Классика сплава – вода, природа и еда. Если здесь кто-нибудь остался, не убежал на сплав или к холодильнику, приготовьтесь. Впереди то еще кулинарное искушение. Готовим пиццу в лесу. Рецепт прост, как котелок. Ингредиенты. Готовые коржи, томатная основа, сыр, мясо, приправы, чеснок да лук. Мясо разделываем и нарезаем кубиками, как для жарки шашлыка. Этот термобокс, служащий столом для разделки, в течение всех 4 дней нашего сплава служил нам холодильником. Мы хранили там все продукты. Мясо и рыба практически не разморозились. Теперь начинаем просто обжаривать мясо. За день сплава мы весьма проголодались и были готовы есть мясо и так. Готовое мясо нарезается тонкими ломтиками и укладывается в тарелку. Теперь настало время заправки. Ее рецепт поведал нам автор пиццы Анатолий Ворончихин, руководитель нашего сплава и полевой повар достойной звезды Мишлена. Томатная основа состоит из рубленных консервированных помидоров без сахара и уксуса с добавлением соли и сухих трав, зеленого базилика, тимьяна и орегано. Масса равномерно наносится на корж, диаметр которого специально был подобран под размер казана. Укладываем ломтики зажаренного мяса по всей поверхности коржа. Ну а дальше в дело вступает походная терка и сыр. Можно добавить лук и чеснок по вкусу. Заготовка для пиццы укладывается в казан на специальный плоский круг, подогнанный по диаметру казана. Это дает возможность жару равномерно распределяться по казану и получается эффект духового шкафа. Казан отправляется на 10-12 минут на костер. Главное не пересушить корж. Вуаля! Лесная пицца готова. Ее действительно очень быстро приготовить, и она действительно очень вкусная. Томатная основа делает корж сочным, а мясу придает приятный оттенок свежего помидора с травами. Смотреть на ее приготовление и предвкушать трапезу – особое удовольствие. Той пожаренной порции мяса нам хватило, чтобы заправить 5 пицц. 4 съели вечером и одной позавтракали утром. Нас было 6 человек, если что. Еще одним открытием на этом сплаве для нас стали самонадувающиеся коврики. Минимальный вес и объем, быстрая укладка и крайне комфортный сон. То, что мы получили. Речь идет о качественных чешских ковриках Trimlighter. Если открыть клапан и положить коврик в палатку, он, как и любые другие, напитается воздухом на 70%. Спать можно уже и так. Но чтобы коврик был максимально наполнен воздухом и сгладил все неровности под ним, необходимо надуть оставшиеся 30% самостоятельно. Тогда не страшны любые шишки и ветки. Рекламы на канале у нас практически нет. Но об этих самонадувайках грех не сказать. Их мы брали в магазине fanarikmarket.ru. Там есть все для отдыха на природе. Отличное соотношение цена и качество. Кому интересно, ссылка на коврики в описании. Ну а с вами были мы, лесные. До новых встреч. Всем пока.